діду, не вовремя свадьбу справляєте серед літа. Так у нас же цю дівчина того, ну, самі понімаєте. Ой, молодежь пішла. І то ще в наше время. Ой, не кажіть, у церкву сейчас не ходять. Старших не слухай, так би й дав оцей от. Випійте, ваше благородие, за щастя молодих. Ну, будьмо. Цілуйте, пане Хвицир. Весілля, Боже діло. А що за нацвітий? Ой, та хіба ж ви не вгадуєте? Це ж Микола Мерликійський. Спаситель на воду. Добрий святий. Гарно, гарно. Матю, діду, почитайте. Можете побачити та ще розбагатієте. А що тут написано? Я сам не письменний. Ой, а скільки здають за його? Та мільйон. Малувато. Ой, хлопці. Мільйон маловато. 100 горбовців в кармані нема, а мільйон маловато. Проїжджай. Микола, буфетчик пана Різака. Говори. Я вікно відчинив, тільки штовхнуть. Стражник. Так там, у флігелі, тамочки десь лампочки горять. Карти грають. Ну все, я поповз, поможуть гукати. Стой. Ну іди. Іди, іди. Іди. Точно. Рыня Хлобутов. На балкон. Угу. Тимох, Марго. Мы в окно. Сашко, Костя, около двери. Ага. Все, рассредоточься. Быстро. Тихо. Все. Нестор, тут же гроші, десь золото, а? Я сказав форму і підпалювай. Нестор, ти ж про це в імені не пали. Зараз війна, насмерть війна, без сентиментальності. Давай, кончай, Тимур, кончай. Ты старый солдат. На, переставь погоны. Погоны. Вот с этого на эти, понял? Эти, эти? Да. Слушай. Толя! О! Так. Все-таки офицер, да? Вот это офицер, сразу видно. Да, офицер. Да. Слушай, Константин. Научи меня трошки, ну, чтоб я тоже вот это все там... А? Освоишь? Ну, давай, как следует. А ну, давай. А ну, давай в седло. Марш! Ну, что ты как баба на корову? А ну, отставить. Ножку в стремя. Держишься в седло. Марш! Так, а ну, честь отдать? Ну, что ты? Ты что, мух в хате ловишь? Рука ровная, на одном уровне с ладонью. Раз!
Так, пальчики вместе, рука линейка. Раз. Так, а теперь не думая. Раз. И отбросил, как саблю. Раз. Спину выпрями, спину. Раз. Так. Раз. Шо ж ты, офицерская твоя морда, на Нестора Ивановича кричишь, как на какого-нибудь ефрейтора. Отставь, Ливаный. Ты тоже слушай, на тебя он фуражка. Хай учит. Ну, еще раз. Ох, раз. О, уже лучше. Раз через 30 можно будет ехать. Куда едем, а? А мы поросенка едем менять на зерно. Дурак ты, грозно. Хоть бы врать складно научился, поросенка везем. Нестор Иванович. Здорово. Здорово. А мы глядим в арта, двое суток вас уже ищем. С новохатки еле ноги унесли. Там в арты так много. Подожгли помещика, так мы сразу поняли, что это вы. А что под соломой? Под соломой? Хлопчик спит. А зовут Максимка. А это кто? Я, что ли? Зовут Фома. Фамилия Кожин. Анархист? Да у нас все село анархическое. Новоспасское под Бердянском. Уже слышал? Не, не слышал. Еще узнаешь. Да он пулеметчик от Бога. Пулеметчик? Проверим, пулеметчики нам нужны. Так, ну вот что, хлопцы, формы на вас пока нету. Будете пока наши пленники. Пулемет заховайте подальше в сено. Веревка есть? Да есть какая-то. Хлопцы, а ну свяжите их пока. Только не переусердствуйте особо, узлов не сделать. На, пошел! Сперва представьтесь сами, Харунжий. Харунжий армии гетьмана Скоропадського Зеленцов. Прибув для розшуків цього бандита Махно. Сотник гетьманської державної гвардії Хнянка. Так ви, я бачу, з вами союзники, да? Mm-hmm. Це добре, це добре. І що, вже вспіли навіть двох спіймати? Да, тільки що схватили, та ще разом з кабанчиком. Кабанчиком, да? Слухай, сотник, а може уступиш кабанчика, а? Буде подарунок пану Данилевському. Він збирає всю уєзну знать, нас запросив. Що, у пана Данилевського якось свято? Просто збирає і все. А ви що, з ним знайомі? Так хто ж на Гуляйпольщині не знає пана Данилевського? Ну так, а я з його сином в одну полку служив. Так що, сотнику, давай з нами. Відпочинемо, хлопці, овцям розживемося. Ну і з цими що збираєтесь зробити? Що пропонуєте? Та що тут пропонувати? Он на дереві дві підкалячі гілляки в розход. А, пробачте. Не розчув, як вас, як ваша фамілія? Фамілія моя проста, і вам повинно бути хорошо звісно. Махно. Ну, слышите? Нестор Махно. Фома Кожин, быть тебя в нашей армии первым номером.
А что, и армия будет? Ты. А что за анархическая республика без армии? Ты что? Слухай, а что ты вот это сказал? Руби дрова. Что за руби дрова? А так. Так когда я малым был, так я букву Р не выговаривал. Там, рак, рыба, рак. Что ты лыбишь, этот дамчик? Вот, и у нас училка была. Красивая. Вот, и она мне сказала, чтобы я каждый день вот это вот руби дрова, руби дрова. Вот я руби дрова, а сам плачу. Ну, уйди отсюда! Грамотная была учителька. Хорошая. Ну что, хлопцы, они проведут ли нам Павла Данилевского? А? Господа, пожалуйста, присаживайтесь. Пожалуйста. Иван Казимирович. Да. Командир карательной экспедиции, капитан Мануилов с офицерами. Простите. Присаживайтесь, присаживайтесь. Господа офицеры, прошу. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Пожалуйста, присаживайтесь. Я, господа, собрал вас по делу чрезвычайному. Слухи, которые уж сколько времени тревожили общество, подтвердились. В Екатеринбурге большевиками расстрелян царь и его семья. Вчера гетьман об этом страшном известии сообщил мне телеграммой. Я знаю, не все мы монархисты, но... Да и речь не о царе. Царь бросил нас, отрекся от России. Бог ему судья. Но, простите, убивать безвинных детей? Эти эсеры, эсдеки, большевики, анархисты, кто там еще? Они же расстрелом посеяли в России кровавое семя, которое... будет прорастать через десятки лет. О, а вот моя дочь Винсента. Винсуся, гордость и радость для меня, как для вдовца. Бог рано отнял у меня жену, а подарил мне прекрасных детей. Садись, доченька, садись. Присаживайтесь. Кто бы ты ни был, петлюровец, немец-колонист, гетманец, все мы сегодня должны быть вместе. Я надеялся, господа, вскоре собрать вас, чтобы отметить в нашем дружеском кругу радостное событие, день рождения ангела моей души Винсуси. Но после этой трагедии, как русский человек, я хотел бы по древней русской традиции помянуть мученически убиенных императора Николая Александровича, его супругу и пятерых прекрасных и ничем не повинных детей. Земля им пухом. Присаживайтесь, общайтесь.
Да, Иван Казимирович, это я, Нестор Махно. Заглянул по-соседски. За упокой, говорите, души. Какого чорта ти гранати бросив? Треба було. Треба було. Зачепило чи що? Бачиш, мене теж ранило. І в ту ж саму ногу. Лучше б тебе совсем убил. За що? Нестор, уходить надо. Один гад на коні так і утік. Сейчас тут все гулять куля буде. Ухожу я от вас, хлопцы. Не моя эта война. Когда противник, глаза в глаза, это я понимаю. А когда гранатами всех подряд, нет. Шо, кишка танка? Чем уже офицерское нутро заныло? Гуляй поле жив, пил, жрал. Такой анархист тебе нравился. А когда анархист с револьвером, с бомбою, это тебе не нравится. Не твоя война. Нет, господин бывший прапорщик, от нас так просто не уходят. В спину стрелять будешь. Нет. Продаст. Говняст. Нестор Иванович, просыпайтесь, там какие-то люди подкрадаются. Какие люди? Черт его знает. Много с оружием. Сашко, ставь людей в круговую. Ага. Фома, давай пулемет, разворачивай, что ли. Не, Нестор Иванович. Максимка нехай отдыхает. А я их бомбочки. Ух, повеселился. Нестор! Вот что снова. Гадость, мам! А ну, отпусти его. Чуть голову заразу не одірвав. Сьомка. Сам виноват, крався як гадюка. Нічого, я вдовго не останусь. Здорово, Нестор. Здорово. А ти що зі Сьом? Ех, наше чорне знам'я. Ех. Ну, царь, царь. Ну, що ви тут, а? Офіцерики, рибачите? А то б зараз перещелкали б вас всіх, як орехи. Це Федос, бабка надвоє гадала, щелкун. А по поводу лекарств, що у нас тут? Так наливай.
Офицера прихватили. Били его, били. Били-били, молчит, зараза. Да. Охотник за офицером. Это ж Семенов Турский наш. Кто же знал, что это за сволочи? А били как следует? А говоришь, не анархист. Да ты ж как есть, анархист чистых кровей. Ничего, главное, что голова цела. А зуб тебе щусь новый вставит, как власть возьмем. Золотой. Налейте ему как следует. Пойдем это. Ну, пойдем. Пойдем. Дурак, я ж тебе сказал, тут тебе не надо. Надо было. А кожа есть. Рад я тебя видеть, Нестор. Вместе нам надо держаться. А ну, если сообща, то мы добрые гетману и всем оккупантам зад перцем натрем. Да? Конечно, вместе разумнее. Так оно, это... Кто у нас за главного будет? Командиром. Нет, я не рвусь. Это ты у нас, ну, коренником был. Сейчас совсем все по-другому. Вообще все не так. Вот вы здесь отсиживались, а я отряд сформировал. Крови столько пролил, своей и чужой. Я на что получается, Нестор? Что я хлопцам скажу? Что вот, мол, Нестор, здрасте, он тут трошки покомандует. Неудобно. А если ты не это, то заместителем там это. Пойди-ка сюда, Федос. Сломай напополам. Ты фокусы это намесился. Верболос. Вот и все, Федос. Ну и чего оно это? Вот. А то, Федос, что тот настоящий командир, то быстрое решение находит. Мне тоже перед хлопцами неудобно будет, если я под тебя пойду. Ну и чего? Разойдемся? Да зачем? Тебя гуляй польцы, у меня гуляй польцы. Вместе воевать будем. Ты своими командуешь, я своими. Бои покажут, кто из нас лучший командир. Эй, Нестор. Это мы с тобой не в пруду на перегонки плаваем. Тут дело серьезное. Ну что там, Федос? А? Докладываю. Подошли к селу на 30 шагов. Там человек 120. Конная варта германская, австрийцев взвод с повозками и человек 50 вооруженных немецких колонистов. Вооружились колонисты. Зараза, а? Мало я им колонию палил, а три колонии спалил, мало нет. Потому и вооружились, что спалил. Вооружились, потому что богатей. Виселицу строят. Должно карательная экспедиция. Хлопцы. Хлопцы, атаковать надо. Окружить и атаковать. Да не горячись ты, слышишь ты? Подумаем сначала. А что тут думать-то? Окружить и атаковать, я хлопцев поведу. Да атаковать надо. Коней вперед и порубаем. Че, Константин, присоветуешь? Обдарить надо, но не окружать. Надо им дать возможность к отступлению. Кто-то побежит, за ним остальные. В общем, выйдем. Офицерские штучки. Стратегия. Тактика. У них вооружение лучше. Одних пулеметов штук 5. И шо? Ну что? Если окружим, буду драться до последнего, а их трое больше. Даже если победим, бойцов у нас почти не останется. Крах? Да не крах, а трусость. Да не.
Це розумно. Якщо багато наших хлопців поляже, то ж таку армію пойде. А от якщо вони убігуть від нас, да ми село освободимо, це вже слава по всьому уїзду. Так, Ацакін? Так. Слава. А хай будь по-вашому. Давайте, как офицеры, будем воевать, потом как туреки. Да не сердело. Нестор Іванович, Нестор Іванович, там хлопці дозору прибігли. Фури, артилерія, воно не видно, але ж безщоту йдуть, безщоту з усіх доріг. На чуйкусну корову похоже. Знаєте, будь-які хлопців, пусть відлають коней, збираємося на краю села Колодвони. Жирко, сколько у нас осталось? Еще гляну, батько. Здравствуй. Что такое? Костя. Да ты что, Костя? Что такое? Костенька, ну ты чего? Ну что ты делаешь? Зацепило. Зацепило. Слушай, я сам. Ну что ж ты, Константин? Костя. Зацепило. Нестор. Нестор, слушай. Что? Это регулярно. Говори, 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 Костя. Говори. Них все продумано. Они нам в лесок. Ну. Не напрасно уйти дали. Так. Западня. Так, говори. Та, за леском засады. Нестора. Крепкие. Так. Засады не вырваться. Слушай, надо, надо. Что надо, Костенька? Ну что надо, ну? Ну что надо, Константин? Ну не молчи, ну... Костя! Костя! Какого человека загубили, суки! Костя!
Що, салют видали? Сколько людей с боя вывел, Федос? Человек 15-16 вывел. А было? 53. Богато ты людей задубил, Федос. Богато. Что предлагаете, хлопцы? Текать надо. Текать! Текать не фокус. Если, конечно, повезет, может, кто и уцелеет. Нестор, текать дело. Потому как в лесу землянка есть, можем трошки оборону держать. Оборону? Лес. А патронов у тебя на сколько хватит? На 2 часа? А потом что? Так у нас с Грузновым по 4 диска до Льюиса. На сколько хватит? Ну, если серьезный бой, то на 5 часа. Ну вот что, хлопцы. Атаковать будем. Да, ну. Тихо, тихо, тихо. Германцы то австрияки об эту пору не воюют. Вон, бачите, для видимости, с одной пушки постреливают. Думают, что нас разбили. И утром пойдут добивать. Так что, если как следует ударить по селу, ей боню течет. Но не будут они атаковать. Да не ждут они, что мы снова в село пойдем. Они же думают, что мы утром будем прорываться до Днепра, до Плавни. Там засады крепкие поставили. Куда ударить, Нестор? Куда наступать? У нас людей на пальцах пересчитать. В селе 2 германов. Куда наступать? Ну, сиди в своей землянке, понял? Кто со мной? Я. Слышь, вставай, Грузнов, пойдем. Холодный он. Геройский человек. Терпел, молчал. Видишь, Федос, какие люди у нас. А ты с ними в атаку боишься идти. Да потому что у меня мозга есть. А кто скажет? Кто скажет, что Федос морячок боится, а, хлопцы? Я как все. Все пойдут. Я пойду, Нестор. Похороните их, хлопцы. Юрко, я возьму Льюис Грузно. Через 2 часа выступаем. Всем отдыхать. Хочешь? Мы за тобой хоть до чёрта в пекло!
Родненькие мои. Я ж не для себе. Спасибо вам, я ж для вас. Сказали, что в Дубровке страшный бой идет, так я к вам на подмогу. Молодец, дед. Хорошо, что приехал, правда. Что, опоздал? Трошки опоздал. Да ничего, другие бои будут. Бои-то будут. Только нахрен ты нам, старый, нужен такой. Здоровенько были, Нестор Иванович. Здорово, дед, правда. Что, признал? Я вас и тоді признав, просто ви не хотіли, щоб вас признавали, то я і промовчу. Я вам скажу, Нестор Іванович, чим більше людина мовчить, тим у нього голова розумніша. Закон природи. Никакой ж нам пользы твоєї розумної голови. Ну як? Я ж ще з японської війни пулеметчик. Да. І навіть медаль мені дали. А скажи нам, японський пулеметчик, як ти, старий дід? Старий же дід. Як ти будеш пулемет таскати, а? Это ти його таскати будеш. Тому що без козирка у тебе розумна. От і гачик на голові сидить. А що під нею, то ще треба подивитися. А ще штиком в ухо прилетить, а? А чо, я правду матку прямо в очі. Тому і фамілія в мене Правда. Фамілія Правда? Да. Чо, Правда? Ну, Правда. Фамілія. Так от, що я придумав? Ви пулемети на тачанках возите, а в бою ставите їх на землю. От, а кони ховаєте в укритті. Це ж дуристика. По-перше, втрачаєте час, а по-друге, нема маневру. Так от що я подумав, хлопці, давайте сюди пулемета. Дайте йому пулемет. Фома! Дай йому пулемет. Давайте ее сюда. Вот так. Так, а ты сюда, служивый. Второй заряжай ленту. Зараз закрепим и будем пробовать. Ну ты, дед, что дело, а? Да, куда ты? Что ты поставил? По гробцам? Нормально. Нормально сюда поставил. Ну, хлопцы, поставьте им пару германов. А ну, давай, шмальни. Да, по кому нам? Не, я так не умею. Да, представь, что перед тобой гетьман Скоропадський. Давай. Хорошо! Ну шо? А ну, дед, давай с разворота! Давай! Пошел! А ну, пальни еще раз! Что? А как оно? Артиллерия на колесах. Хай пулеметчик скажет. Ну а шо? Хорошо будет рубить дрова. Дед соображает. Ну. А если это будет не одна тачанка, а пять? А то и все 20.
Это будет полк. А то и армия. Сашко, сколько у нас тачанок? 7 штук. Еще по селах можно пошукать. А пулеметов? 6 максимов, 4 австрияка. Найди лотников. Пусть через 2 часа обладнают 6 тачанок пулеметами. Давай 7 сделаем. На одну еще австрияка втулим. Ну попробуй. Батька! Батька! Отчала на нас идут немцы! Эскадрон германских гусаров до полков австрияков! Еще и артиллерийская батарея! Юрко, коня! Коня! Ну что, Фома? Швидше! Попробуем тачанки на практике! 5 тачанок уже есть, а вот пулеметчиков не хватает. Ничего, научатся. Айда, хлопцы! Покажи село! Спалят! Не спалят всех. А там, где палят, там растет лучше. Ай! Оп! Разобрали бегом за батей! Бегом! Ну, голова. Да. Дай я тебя расцелую. Дай. Ух ты, золотой ты мой. Ну, ты даешь.
Тачаночка, это ж царица полей, а? Молодец. Подержи. Хороших ты дров нарубил. Что, дрова, это так, сучки разукрашены. А дрова-то... Богато ушло. Ничего. Ой, дед, богато. Если б ты про бабу свое во время боя не вспоминал. Дивись, тут гусар якийсь карту потерял. Да, я наши, наши места, а написано не по-нашему. А, спрячь, Симка, спрячь. Че? Когда по всей Украине пойдем, то она нам и пригодится. Херсон! Розумак. А пока! Херсон! Херсон! Дорогу на Гуляйполе мы и так найдем. А, хлопчики? Гуляйполе? Я не понял. Погоди, хлопцы, это на Гуляйполе, что ли, идем? Пойдем, да. А ну зачем это надо? Я... Там немцев, немцев полк стоит, а у нас? А у нас внезапность, считай, уже рота. Да тачанки, что нагнали на них страху дикого, еще рота. Да нас, человек! Тима, сколько нас? Да, человек 200, ну, может даже больше. Так что мы, наполовину разбитого полка испугаемся? Хлопцы! Не посрамим наше отечество! Гуляйполе – это наша мать родная! Столица наша! Айда!